Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В следующем году регион получит 10 миллиардов дотаций. Кировская область попала в число 12 регионов ПФО, куда будут направлены средства федерального бюджета. Всего в регионы ПФО поступит 77 миллиардов рублей. О том, что в Кировскую область направят 10 миллиардов, сообщается в материалах к проекту федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Лидером в 2018 году по сумме дотаций в ПФО станет Башкирия, которая получит 16,5 миллиардов рублей. Программа «Экономика». Спикеры Заксобраний ПФО обсудят в Кирове проблемы аграриев. В последний раз руководители региональных Заксобраний собирались в Кирове 4 года назад. Это заседание состоится 20 октября. Планируется, что в работе также примут участие помощник полномочного представителя президента России в ПФО Алексей Симонов, губернатор Кировской области Игорь Васильев, депутат Госдумы России Кирилл Черкасов, глава города Кирова Елена Ковалева. Основной станет тема эффективности государственной поддержки агропромышленного комплекса на примере Кировской области. Участники заседания побывают на экскурсиях на двух ведущих предприятиях сельхозотрасли. Также они обсудят формы поддержки малых хозяйств на селе на примере Татарстана. Экономика на 101 FM. Стерлигов выпускает свою валюту. Это, по заявлению российского бизнесмена, первая в мире криптовалюта, обеспеченная золотом и серебром. Новые монеты предприниматель назвал стерлингами, сообщают «Известия». Первая партия их уже отчеканена. Стерлинг от Германа Стерлигова изготовлен по его же заказу на госзнаке из серебра 925-й пробы. В настоящий момент цена одной серебряной монеты около 18 долларов. В общей сложности Стерлигов планирует отчеканить монет на 170 миллиардов долларов. По задумке бизнесмена, стерлинги будут торговаться не только на биржах. На монеты можно будет покупать крестьянские продукты в сети лавок Стерлигова. Напомню, есть такая лавка и в Кирове. Она известна своими высокими ценами. Стоимость буханки хлеба там от 500 рублей, флакон шампуня 900 рублей, кусок мыла 400. И в завершении о курсах валют. Доллар сегодня 57 рублей 62 копейки, евро 68 рублей 14 копеек. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.